Всем привет, друзья и любители масштабных моделей. В киосках Белсоюзпечать появилась в продаже новая серия Аутолегенды грузовики. Ну и очень хотел я именно первый номер, КРАЗ-256. Из наших всех киосков в одном только оказался один выпуск. Серия очень ограничена. Сейчас его раскроем, рассмотрим получше. Уже много видео есть с обзорами этой модели. Так что нового я ничего не открою, но на обложке он такой вот красавец в северном исполнении оранжевого цвета. У нас же в продаже они вроде бы были в синем цвете, и мне достался с кабиной желтого цвета. Ну, ничего страшного. В основном, сколько я помню, они были бежевого цвета такого и защитного цвета. Ну, были у нас, да, тоже кразы северного исполнения. Когда-то отец на таком кразе работал, брал меня с собой. Ну, совсем я еще маленький был. Друг работал, давал проехать. В общем, ну, рад. Его можно увидеть в фильме «Мимино», «Мы вместе, мама», «Трасс». Такие старые фильмы, но мне нравится. Даже так второй номер сразу был. Ну, открываем модель. Рассмотрим поближе модель. Так вот, сразу видно, покрышки не совсем одели. Ну, вот их подровняли, но по некоторым обзорам
Я вам уже говорил, что размерность колес таких оставляет желать лучшего. Слишком они широкие. Это мы упустим. В целом-то мне моделька понравилась. Усы как-то загнуты в разные стороны, но я думаю, с этим справимся. И кабина уже на видео слишком желтая передается. Так, все работает, подъем кузова. Для сравнения приставим несколько моделей из серии Аутолегенды. Ну, КРАЗ великаном выглядит по сравнению с ними. Вот сохранилось такое руководство по эксплуатации. Мои детские художества. Вот такое дополнение к моей скромной коллекции грузовиков. Всем спасибо за просмотр, удачи и до новых встреч!